на орёт такие. Я себя оставлю всех поближе. А потом, блядь, тупо иду. А чё это надо? Ой, опасно. На трассе опасно. Никитос. Уважаемый Витя. Да мне похуй, я сейчас в космос полечу, блядь. О, выкини курты. Я понял тебя. Курт, сними броник, броник, вы сними. Курт, броник снял? Да. Ёбаный рот. А зачем броник было снимать? На себе подставу, блядь. Я вижу какие-то кусты, блядь. Ангар, блядь. Ты мёртвый? Нет, блядь, живой, нахуй. Блядь, вообще... Опа, я вообще, ну... Блядь, что ты спросил-то, блядь? Я, блядь, пизнулся, блядь. Не знаю, блядь. Поднимите его кто-нибудь. Как с чили это, блядь. Это... просто охуенно. Ща пошла, разгоняемся, чисто разгончик, опух, на нахуй. А, не жив. Не, он походу перепил сегодня, он наш ком. Да серый день. На автопилоте, блядь. В чувствах ему, в чувствах ему. Мне нравится так, что потекло, Антони, и без тебя я не знаю, кто я, ну почему не за мной любовь, стоп. Ты мне нравишься так, что потекло, Антони, и без тебя я не знаю, кто я, ну почему не за мной любовь, стоп. Ну, везде так, что потепло, то без тебя я влюблён. Лям, сука. Мальчишки не сходят от меня с ума. Я им как младшая сестра. Холли и Чангрета здесь стоит и смотрит на меня. Она любит танцевать со мной. Ведь мы были вчера не с тобой. Папамка супрайседа в сотку забирает, а Вилен жопу свою засветает. Кирилл Бон, ты хочешь пососать? Ну так быстрее прыгай в мою кровать. Так куда хотите? Короче, тебя надо туда подкинуть, да, правильно? Мне кажется, что это нихуя не людное место. Да не переживай, я тебе Сэнди Шортс просто подкину. Спасибо. I believe I can fly. I
believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Не поняла, не поняла. А почему не на меня? Мешочек и один человек нам против. Мешочек, блядь. А, блядь, что? Ёпта. Не, блядь, я не хочу. Ну нахер. Отец. Не тульте её только, не тульте. Репорт, все в репорт, все в репорт. Не знаю. Берем. Я спрашиваю. Все, они их убрали. Броники убрали? Да, давай там снимем. Давно я на такой хуйне не представлял, блядь. Я выбираю просто в рот. Так. Секунду. Хоть маск. Втянули. Заебись. Я захлестила из машины. Сказали всех по 17.1 без первичного обыска. Ребята. Ты меня не видел. Так, тебе говоришь без разницы, да, куда? Да мне вообще похуй. Ну понял, сейчас тебя подкинем, значит. Так, куда? Ну, блядь, раз без разницы, то вот сюда. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Отговори мне, отговори мне. Поехали с нами. Где он? Где-то здесь твой будет справа. Ой, валять не могу. Покажи ему по МП, пожалуйста. Почему по одной? Потому что только лидер может крафтить сразу 20. Ебать, я куда-то полетел. Хуя себе, слушай, как высоко я лечу, блядь. Медитируешь, что ли? А ну-ка, сделай медитацию на нем, или упадешь. Давай попробуем, что-то там надо. Вот это я, блядь. Конфуций. Я настолько преисполнился. Ты просто чакру свою седьмую прокачал. Твою мать. Все, нет, все. Все, вылазим. Сейчас уже точно. Нет, вылазим. Стойте, я не могу вылезти. Я вылезти не могу. Он у меня не бежит. Ебать, куда меня выкинуло? Я улетел. Я вообще вот здесь, нахуй, задри сверху. Где ты? Микки куда-то поехал. Она еще взорвется. А, она у меня, в принципе, скрылась из виду. Все, теперь она у меня... Она у меня... А, нет. Она нормальная. Нужно именно показать, что ты умеешь это делать. А, смотри, давай я тогда вот, ну, попрошу кого-то тут из присутствующих, чтобы мне помог, и мы поедем, сделаем это все, да? Ну, только не сейчас, Джонни... ладно, потому что время, понимаешь, как бы... Жалупу. Ну, все равно можно сейчас... Там же есть... Вот ты Джонни можешь попросить, он, я думаю, тебя не откажет, да? Просто а я пойду куплю сейчас. Джонни Жалупов. Как тебе с такой фамилией? Я не Жалупов. Нет, я так и сказал. Оля, ну зачем ты её оскорбляешь? Нет, я прочитала Жалупов.
Ну, прочитала жалобу, но послышала тут как-то по-другому. Ну, то, что он это ваша проблема. 48 лет, кстати, в этом! Погоди, не слышу спецсвязь. Полный нахуй. Я сначала думал, что грабить, типа, бля, я ни хрена не услышал индикатора. Думаю, сейчас подъеду разъебать, а там он просто стоит разговаривать. А чё это Барси? Это кто такой? Алан, повтори, пожалуйста, где вы? Это все. Едем в сторону. Охуеть, мы как тут оказались? Ты, блядь, как едешь, сука? Едем. Ну ебаный свет, я, блядь, застрял, я еще и с рулем нахуй! Винт завтра, ну если прям сильно. Блядь, ебаный свет, нахуй. И что теперь делать, блядь? Я хочу с этим поговорить, блядь, бритвенно. Девочка, спасу тебя сейчас, нахуй. Блядь, понял, нахуй, за, блядь, затерпел, походу, блядь. А, блядь, нихуя, кажется, не спасается. Да пиздец, блядь, как пиздеть нахуй ты. Лео, ты нас закинул на второй этаж какого-то здания в офис. Как я не специально. Мы внутри этого здания. Так и я о том же. Блядь! Побазарить, блядь, выкину. Это пиздец, это все, это, блядь, финал, нахуй. Я, блядь, этот, руки умываю. Давай попросим космонавтов. Да, они спросят, как мы тут, блядь, оказались. Я скажу, да хуй знает. Сейчас. Пиздец, блядь. Садись. Алло! Товарищ генерал! Чё делать, блядь? Блядь, могу писать, чё делать, нахуй? Гениально. Если б не пинбол, братишка, честно, можно было бы. Давай подождём, пинбол пройдём и понеслась. Да не, я спать. Мне похуй, я отчаянный. Ты лютый. Что, пацаны, скажут? У меня видеорегистратор этот момент здесь снял. Это пиздец. Скажите, идем, пацаны, правда? Не, мы идем на пинбол, товарищ администратор. Надеюсь, это оно. Давайте. Чисто попало, короче, в рубрику. Это вообще нечто. Я откачу. То же самое, это вообще пиздец. Так, ладно, братишка, поехали мы. Давай, мы поехали. Братуха, ну ты просто по-французски-то уходить мастер, блядь. Давай, братишка, счастливо. Давай, пока.